С момента объявления внеочередных выборов президента Республики Казахстан прошло 13 дней. Список претендентов пока пуст. Но уже завтра станет известно имя единого кандидата от партии Нур Отан. Сегодня политсовет объединения утвердил повестку завтрашнего 19-го внеочередного съезда. Рассказали в Нур Отане о том, каким будет курс предстоящей предвыборной кампании. Подробнее Динара Жанбатырова. В кулуарах Нур Отана сегодня особенное настроение. Члены лидирующей партии со всей страны собрались, чтобы определить повестку 19-го съезда. Имя кандидата на пост главы государства от партии будет названо завтра. За это, а также за то, что предвыборная кампания кандидата будет выдержана в духе преемственности курсу Елбасы, члены политсовета проголосовали единогласно. Миссию партии в предстоящий период видим в том, чтобы быть главным гарантом сохранения преемственности курса Елбасы и достижения всех стратегических целей, поставленных первым президентом Казахстана. По словам участников политсовета, на завтрашнем съезде обсудят ход предвыборной кампании. Но самое важное – это еще раз приверженность курсу первого президента. И предвыборная программа, безусловно, будет базироваться на этом принципе. Политическое лидерство, которое было у нас в стране, оно было гарантом стабильности и развития. И вот самое главное – это преемственность политического курса нашего Елбасы. Предстоящих выборов ждет и мировое сообщество. Для инвесторов, потенциальных и уже работающих в Казахстане, самое важное – это стабильность и предсказуемость. Мы общаемся со многими представителями промышленности, крупных промышленных корпораций, мировых в том числе. И я думаю, что это главное, чтобы страна именно следовало, им преемственность была сохранена, тогда, я думаю, что все будет также успешно развиваться, инвестиции в страну идти, производство будет расширяться. Это будет главный месседж, на самом деле, всему миру. А перспективы развития страны зависят от каждого конкретного ее жителя. Отдать голос за будущее государства – прямая обязанность настоящего патриота. В каждом регионе наши однопартийцы, они активно включаются во всю работу, которую сегодня выдвигает наша партия. Вы знаете, что мы приняли большую программу, дорожную карту в рамках развития на 18-м съезде, который ставится именно акцент на социальную политику. Уже завтра разрешится одна из главных интриг. 1500 нуротановцев со всей страны проголосуют за кандидата в президенты. Динара Жанбатырова, Алибек Алиев, Хабар 24.